Представители компании ArcelorMittal Темиртау проигнорировали брифинг по трагедии на шахте. К представителям СМИ вышли лишь министр по ЧС и аким Карагандинской области. Юрий Ильин, который сейчас возглавляет правительственную комиссию, оправдал неявку владельцев шахты тем, что сейчас они встречаются с семьями горняков. Ильин сообщил, что все шахты Арселора закрыли на сутки. Поисково-спасательные работы и разведка участков продолжаются. Комиссия провела первое совещание. Ночью, когда разрешат допуск, специалисты приступят к обследованию места происшествия. В команду вошли взрывотехники и независимые эксперты, добавил министр. Привлекаем несколько независимых организаций для того, чтобы было объективное расследование причин. На данное время можем констатировать, что это все-таки произошел выброс последующим хлопком метана по концентрации, которая составляла около 5%, то есть она является как раз в пределах самой взрывоопасной зоны, с последующим возгоранием. Неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана непосредственно в лаве, но это находится участок довольно-таки в отдаленном состоянии от того места происшествия, где произошло. И по предписанию Госгортехнадзора лава остановлена.